Шушы бабашкалар деревянный конструктор балалар. Воспитанники нового детского сада приготовили для своих гостей сказку «Три поросенка» на английском языке. Рейс Республики Татарстан и глава района прошлись по коридорам нового учреждения. А на изучение языков и хочет сделать ставку педагогический состав. Кроме этого, в планах развивать музыкальные и танцевальные таланты детей. Для этого в здании есть вся необходимая инфраструктура. Физкультурные, танцевальные, музыкальные залы и, конечно, лингвистические кабинеты для углубленного изучения татарского и английского языков. Застройщики пошли по примеру самых передовых решений. И Микрорайон Алсу для нас это то территория, которая требует развития, конечно, социальной инфраструктуры. Очень много было вопросов здесь от мам и родителей вообще по поводу школы. Подымнар открыли буквально полгода назад. Огромное за это вам спасибо. И, конечно же, дошкольное образование. Имеющийся сад, он не совсем справлялся с нагрузкой. Новый корпус примет 110 воспитанников, что снимет нагрузку с двух других учреждений микрорайона Алсу. Населяет его почти 15 тысяч человек. Большая часть из них – молодые семьи с детьми. За последние 5 лет в Альметьевске появилось 5 детских садов в рамках нацпроекта «Демография». В общей сложности на 828 мест. Со строительством и оснащением двух из них помогли нефтяники. Тимур Туманов, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.